Приветствую всех любителей металлопоиска. Сейчас перед нами стоит достаточно большая и объемная тема. Критерии выбора металлоискателя при покупке. Тема достаточно большая. Я бы сказал, даже очень большая. Но рамки нашей с вами беседы ограничены. Поэтому я постараюсь кратко обозначить те основные критерии, которые нужно учитывать, в особенности новичкам, при приобретении металлоискателя. Многие новички считают, что большинство металлоискателей одинаковы и отличаются в основном ценой. Поэтому критерий цены для таких покупателей является важным. Я могу сказать, что правы они лишь отчасти. Металлоискатели разные, можно сказать, даже абсолютно разные. Но тем не менее, если вы покупаете любой фирменный металлоискатель, даже очень недорогой металлоискатель, бюджетный, вы можете рассчитывать на то, что этот металлоискатель будет искать металлические предметы. Мы хотим вас сразу сориентировать на приобретение фирменных металлоискателей по одной простой причине. Эти детекторы используются во всем мире. Используются они и в России. И чтобы вы не потратили даже свои малые деньги зря, пожалуйста, покупайте металлоискатели только известных брендов и производителей. Почему же металлоискатели разнятся по цене? Отнюдь не потому, что один производитель жаднее другого. Дело в том, что каждый металлоискатель обладает своим набором функций и технических характеристик. Если вы хотите сравнить дешевый металлоискатель одного производителя с дорогим металлоискателем этого же производителя, то вы убедитесь, что дешевая модель, бюджетная, не будет иметь и половины функциональных возможностей, имеющихся у топовой модели. В этом разница. Вы сможете более дорогой прибор настроить точно. Он будет глубже искать, будет точнее идентифицировать цель. Соответственно, он будет более производительным, и вы получите больше находок. Поэтому, выбирая металлоискатель, нельзя ориентироваться только на цену и говорить о том, что дешевый металлоискатель то же самое, что и дорогой. При выборе металлоискателя очень важно понять самое главное. Для чего вы покупаете этот металлоискатель? Что вы хотите с ним найти? Не смотрите на цену, не смотрите на функциональные возможности. Ответьте себе на этот, казалось бы, простой вопрос. Если вы хотите искать со своим электронным другом золото, если вы хотите искать клады, военные артефакты, если вы хотите пойти за древностями, за средневековьем или за имперскими монетами, вы обязаны ответить себе на этот вопрос, потому что нету такого металлоискателя, который одинаково хорошо искал бы все перечисленные мной предметы. Есть металлоискатели универсальные, есть металлоискатели профессиональные. Естественно, профессиональный металлоискатель будет всегда дороже универсального, потому что он будет иметь самый большой набор функций, он будет лучшим образом оснащен и приспособлен для такого вида поиска. Если вы хотите искать
например, имперские монеты или клады, вам больше подойдет металлоискатель низко- и среднечастотный. Здесь мы с вами подошли к еще одной важной градации металлоискателей по рабочей частоте. Чем ниже частота металлоискателя, тем он охотнее ищет на глубине и ищет большие цели. Но при этом он менее чувствителен к мелким предметам. И наоборот, чем выше поисковая частота, тем металлоискатель охотнее отыскивает мельчайшие металлические предметы. Учитывайте это, когда выбираете свой первый металлоискатель. Частоты 3, 5, 7 кГц я бы назвал низкими. 8, 9, 10 кГц – это среднечастотные универсальные детекторы. Частоты выше 10 кГц относятся к металлоискателям высокочастотным, способным отыскивать как раз такие мелкие, но очень интересные цели. Еще один критерий выбора – это ваша профессиональная подготовленность. Это ваша увлеченность. Потому что есть металлоискатели предельно простые, у которых всего лишь одна рукоять управления. Я говорю в первую очередь об одном из моих любимых металлоискателей, металлоискателе Tesoro Compadre. Такой металлоискатель очень легко освоить, буквально за час. Здесь не над чем думать, когда вы настраиваете этот металлоискатель на поиск. Но есть металлоискатели, которые могут общаться с компьютером, которые можно самым сложным образом настраивать, программировать, создавать сложные маски дискриминации. И если новичок приобретает такой металлоискатель, то он сталкивается с целым комплексом проблем, которые приходится преодолевать и которые могут вам достаточно серьезно испортить удовольствие от старта в металлопоиск. Самым логичным, на мой взгляд, является вариант приобретения бюджетного металлоискателя на период обучения. Приобретая такой детектор, вы очень быстро входите в русло поиска, обучаетесь приемам, принципам настройки, обслуживания, сканирования и так далее. Вы учитесь. Через небольшой промежуток времени, когда первые навыки закрепятся, и вы почувствуете силы, вы можете приобрести прибор посложнее или даже сразу перейти к профессиональному детектору. Учитывайте это. То есть есть несколько различных подходов к приобретению первого поискового детектора. Если вы хотите комфортно и просто стать поисковиком, ориентируйтесь на бюджетные, недорогие и простые модели. Если вы чувствуете в себе силы и желание сразу стать профессионалом в поиске, вы можете приобрести металлоискатель профессионального уровня. Есть и другие критерии при выборе металлоискателя. Как я уже сказал, очень важно определиться с главным вопросом, что вы хотите искать. Например, если вы собрались заняться подводными поисками, то, приобретя подводный металлоискатель, не стоит рассчитывать на то, что с ним вы будете также успешно ходить по полям. И наоборот, приобретая металлоискатель для полевого поиска, не думайте о том, что он поможет вам при поиске в воде. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией и с описанием металлоискателей, которые имеются на сайте. Выберите несколько моделей, которые наибольшим образом подходят именно для вас. Среди этих моделей выделите 2-3 модели, которые, как вам кажется, именно
те модели, что вам подойдут. Проконсультируйтесь с консультантом. Получите полную информацию по интересующим вас моделям. Только таким образом вы сможете обезопасить себя от ошибочного приобретения. Ведь все-таки металлоискатель – это прибор, который стоит достаточно дорого. И получите детектор, с которым будете с удовольствием ходить и который откроет для вас абсолютно новый мир. Мир старинных и ценных предметов, лежащих в земле. Желаю вам удачи, выбирайте металлоискатель и отправляйтесь на поиски. Увидимся.